Ну, блядь, я думаю, у него была компания лучше, чем у меня в Сырчинах. Я, блядь, в комнате с ПГГ жил. Ладно, хоть у нас смены не совсем совпадали. Ну, то есть, ты уходил, он приходил, и наоборот, да? Ну, да, в основном так. Но когда ты возвращался, все время чувствовалось, сука, что-то не то. Что-то не то. Он еще там на полу спал и был пиздец как недоволен. Я, блядь, помню, в один день... Помню, да, Володька. Ну, типа, у нас там наверху было две кровати, снизу диван и раскладушка. Раскладушку, как он сказал, он в рот ебал и на полу в итоге спал на батрасе. Я помню еще, блядь, один день, когда он набухался, пришел, лег спать. Мне уходить надо, я собираюсь. И смотрю, он вроде спит и вроде иногда там что-то одним глазом подглядывает, что я делаю. Думаю, что, любопытный такой? В итоге я сваливаю, там через часик что-то зашел в домик, он, блядь, на моем диване уже лежит. Выжидал меня. Пока я уебу. Реально, Володька. Люблю Володьку. Он еще храпит нормально так. Да охуеваешь. Там не то, что спать. Я последний день, у меня, короче, тачка, я взял. Ну, как взял? Попросил тоже фаната довезти меня до этой хаты. И он, короче, ехал где-то часов 5. Он там кого-то еще отвозил, и я часов 5 сидел у себя в комнате и ждал его. Все это время слушал его храп. Я думал, с ума сойду там.